серьезным таким гражданам падением спроса, они чувствуют себя очень хорошо. Ну, последняя компания Lisa Group, с которой мы работали, с лидером какой-то конфликтов, вышла на позицию плюс 60% выручки. Вы представляете, им стучит скала, только говорит, а может вы даже не скупите. А вот теперь хватает 10 лет назад, когда мы начали с ним работать. 10 лет назад это небольшой завод Ставрополя, который занимался разбивом вин. И жидкости, которые никак иначе, как шкурдюк, не называется. Но все основные экономисты свалили. Зачем его слушать? Они все и так знают. Хотел системно подойти к тому, как компания должна выглядеть через 10-15 лет.